Хороша ложка к обеду, а хоккейная площадка к зиме. В жилом комплексе эковидная. Получать удовольствие от жизни местным жителям сильно мешали неработающие очистные сооружения. Но теперь дышать здесь намного легче, а причин для радости, пусть даже небольших, таких как установка хоккейной коробки, становится больше. Сама площадка у нас получается 20 на 30, это порядка 600 квадратов. Борта у нее пластиковые, 5 миллиметров, ну, стандартные. И это спортивная площадка уже по всем ГОСТам. Соответственно, как видите, устанавливаются сетки. Я думаю, за один день мы сегодня все сделаем и уже к вечеру приступим к заливке. Строительство этой хоккейной коробки – типичный пример инициативного бюджетирования, когда в решении о том, куда потратить бюджетные деньги, принимают непосредственное участие жители района. Также и финансировалась постройка площадки из трех бюджетов районного, городского и управляющей компании. Эта хоккейная коробка сильно отличается от тех, которые доживают свой век еще со времен Советского Союза. Здесь современные материалы, более надежная конструкция, предусмотрена защита зрителей. Кроме того, есть даже огромные ворота, куда пройдет крупная техника, например, для починки покрытия стадиона, ведь он будет эксплуатироваться круглый год. Летом здесь можно будет поиграть в футбол, баскетбол и другие подвижные игры. Отличительная черта новых микрорайонов – плотная застройка, и за ней часто не успевает социальная, спортивная и игровая инфраструктуры. А потому неудивительно, что именно такой объект жители посчитали наиболее актуальным. Детишек очень много, разного возраста. Я думаю, что супер актуально, все будут кататься. Я поддерживаю полностью. Побольше бы таких вещей строили. Морозная погода, установившаяся в Московской области, в данном случае является хорошей подмогой для строителей. В считанные часы лед здесь замерзнет, и площадку можно будет полноценно эксплуатировать. Прекрасный подарок к Новому году. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ.